Важный этап организации выборов разного уровня, до которых осталось чуть более 2 месяцев. Сегодня ЦИК официально дал старт работе информационного центра. Туда будут стекаться все данные о подготовке, а после 10 сентября и о результатах голосования. Главные принципы работы комплекса – прозрачность и оперативность. Выборы местного самоуправления состоятся по всей России, а в 20 субъектах жители определят состав региональной власти. Призываю всех заинтересованных на стороны приходить к нам, к нашим коллегам в регионах. Все те, кто хотят быть наблюдателем, будем учить наблюдателей. Мы будем интенсивно учить членов комиссии, в том числе с правом совещательного голоса. Надеюсь, что и студенты, и волонтеры придут и не только проголосуют, но будут активно участвовать и в ходе наблюдений. Для всего этого мы открываем, собственно говоря, уже сейчас заранее информационный центр в ЦИКе. Направлено это все на то, чтобы повысить максимальное доверие к выборам.